Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров глав регионов Центрального федерального округа в рейтинге компании «Медиалогия» за 2015 год. Глава Подмосковья занял вторую строчку. Подготовленный рейтинг основан на количестве ссылок на материалы СМИ, влиятельность цитируемых ресурсов и не учитывает самоцитирование. Анализируется порядка 92 миллионов наиболее влиятельных источников – телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет, СМИ и блоги. По инициативе Молодежного совета и Ассоциации многоквартирных домов муниципалитета прошла общественно-массовая операция «Снег». В этом году зима в регионе выдалась снежной. По данным синоптиков, за две недели января 2016 года в Москве и Подмосковье выпало две трети месячной нормы осадков. На помощь службам ЖКХ вышли самые активные жители муниципалитета, чтобы очистить от снега территории, куда доступ специализированной техники затруднен. Теперь места проведения крещенских купаний можно узнать с помощью интерактивной карты. Всего для проведения крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января в Московской области подготовлено 208 мест. Узнать их точное расположение можно на сайте beta.my.mosrec.ru в разделе «Карты», указав пункт «Крещенские купели». На домашнем паркете Дворца спорта «Видное» команда «Спарта» и компания эффектно переиграла «Вологду» «Чеваката» с разницей плюс 11, что позволило «Спартанкам» подняться на четвертую строчку турнирной таблицы регулярного этапа премьер-лиги. Следующий матч наша команда проведет во Дворце спорта «Видное» ровно через неделю, в воскресенье 24 января. Соперницами «Видновчанок» станут баскетболистки «Динамо» из города Курск. Начало игры в 18 часов, вход бесплатный.